понимаете? Открывать можно? Конечно, нужно открывать. Конечно. Чтобы просто почитали, это на самом деле много людей очень волнуются, вплывают, стараются, придут помощь, там постоянно идет. За счет чего что у нас постоянно появляются возможности лекарства, все классно делать. Вот для того, что сейчас уже сами умельцы на заводах кумулятивную защиту шьют на бетеры, на танки, мы просто до вас еще не добрались. Я потом прочитаю, а сейчас... Да любую берите, вы потом наклеите. Такие в мене тоже. Тоже, ладно? Конечно. Я на 14 руки. Это мне сюда, вот под низ. Вот так. Да, там много, там подарки некоторые сделаны. Опа. Возьмите все. Все, кулек. У меня подарочек. Ну, запрещайте, может, парням. Вот так. Девчонки пишут, пацаны. Ну что, я сейчас их целыми классами. Круто. Есть еще майдановские такие крестики, но они светятся всем этим. Они просто... Их только под броней крестики. Давай заканчивай этот сепаратизм. Сейчас, я быстро. Здорово. Чья бэха там стоит? Чё впереди проехать не надо? Не наша. Ты же жопа. Уже пакеты сделали. Ну то. Стараемся. Самый герой. Вот, кому надо.